Хей, йога, если мы шмики, сегодня мы половим, так сказать, можно рыбу. Игра называется A Wonderful Day for Friendship. Так, что-то поймал. A catfish. А, котная рыба. It's a virtual stick, my friend's fingers. Можно ее съесть, либо отпустить. Либо не есть. Ну, мы отпускаем, типа. В чем смысл игры? Мы просто с вами ждем, пока поймается рыба, да. Это симулятор ловли рыбы в 2D. О, что-то споймал. Bait worms. Fight to get away, the worms still alive. Давайте съедим червячка. И, в принципе, ничего не произошло. Это все долго происходит, да, но на самом деле так рыба ловится. Ну, что у нас есть? Это тоже у нас индюшина. О, saltwater bass. The sky reflects on the big scales. Глаза, конечно, у нее странные. Давайте сидим. Теперь у нас такие глаза. Может, мы какие-то эффекты получаем, когда съедаем такие же вещи? Хера себе, глаза. А типа вытекли, да? Salvator Bass. Давайте съедим. Может, что-то изменяется, когда мы едим то или иное? Типа темная рыба, да, это у нас глаза черные. Может, что-то новенькое будет? В какой-то степени я могу просто ставить паузу, да? И запускать. О, Red Snapper. It's a red sail shimmering in the sun. It. Так, еще что словил? А, давайте такую рыбу обычно отпускать. И будем только есть только странную рыбу. Хотя и странно можно отпускать. Может, как раз то, что я отпустил червяка, у меня будет больше червяков здесь. Ну, либо рыбы. Как вариант. О. Отпустить. Нет, блин. Такое, такое. Просто сидишь, ждешь, знаете, такой. Хотя, симулятор рыбалки, он же ведь такой. It smells like the fruit. Ладно, давайте новую рыбу будем есть. А то, что уже ели, выбрасывать. Там только одна рыба, которая что-то нам поменяла, это глаза, с черными глазами рыба. И все. Все. Больше ни хера не происходит. Flounders. Useful elements. Скушать. Это рыба-пузырь, по идее. Но внешне у нас тоже как бы ничего так не меняется. Звуки моря, волны. Relay. В смысле? То есть... Съедаю я или отпускаю, эффект у меня остается, да? Так, слушай, так это ж смысла получается нету. Эффект все равно налаживается. То есть, съел бы я рыбу, у меня были бы глаза. Что отпустил я, тот же эффект. Как будто там, знаете, просто два звука. О, Red Snapper. Давайте съедим. Отпустим, давайте. Съедим. О, ну более такой вечер стал. Более все красное. Да, оттенок имеет красный. Хотя можно было съесть безголовую рыбу. О,
давайте сидим. Вот, блин, не знаю, хер тут. Фислайт, фислайт. Релейс, отпустить. Да, я говорю просто два звука, типа, если мы съедаем, звук съедания идет. Если же мы отпускаем, то звук просто отпускания рыбы в воду. И просто бульки. А не, я подумал, уже звуки моря даже пропали. Не очень, не очень. Игра. То есть ты не можешь ничем себя занять в этот момент, пока типа что-то происходит. Но мне кажется, рыба более быстрее, да, начинает клеваться. Подождите, а мне кажется, либо волны немного изменились. Или они такие были? Кажется, такие были. Ну, я имею в виду вот такие, вот эти волны, полосы. Ладно, ничего даже не сделать. Одна и та же рыба. Какие у нас были странные рыбы? Это рыба без глаз и рыба без воды, да. Все. Две странные рыбы. Ой-ой-ой-ой. Там что-то было... Купфиш, да? Написано. Да, купфиш. Давайте съедим. О, у него ваши зубы. А лодка тонет, да? Лодка тонет. Можно вернуть обратно в море? Нихера себе, waterbug. Ит. Так, дождь пошел. Кажется, зря я мясо это выбросил. Поплыли мы ко дну. Да, тонем мы. Плывем к нашей участи. Мы погрузились полностью в мясо. В рыбное мясо. Так, как я понимаю, здесь рестарта нету, да? Что-то происходит. Кажется, нет. Да, мы просто с вами потонули в мясе, но рыбу мы так все дальше и ловим. Поэтому давайте я остановлю запись, начну заново, и может что-то новенькое будет. Ну, мне кажется, это все. Типа, здесь одна и та же рыба, мясо это, скорее всего, куб, чтобы превратить такое море и сдохнуть в нем. Но, как видите, я даже не вижу своего персонажа под водой. Что можно сказать об игре? В принципе, ничего. О, кэтфиш. А, это та кэтфиш, которую мы уже ловили, да? Посмотрите, она уже с червяками. Давайте, ладно, я просто приостановлю. Блять, ладно, я приостановлю, все сделаю заново, чтобы искать вот эти рыб новых. Раньше заметил, что волны одни и те же, да? Сент-Роуд. А, изменил облака, облака двигаются, и все. Короче, то я, блин, дважды надожал. Я, короче, сейчас отпускаю всю рыбу, а кубик я буду жрать. Ну, пока что кубиков нету. Поэтому я жду это все. Опа, новая рыба появилась. Saint Road. The fusion in the mountains and titanis. Ну, это мы встречали, да? Ну, блять, она зубаса какая-то. И что во рту? Давайте отпустим. Ну вот это новая рыбка была. Скорее всего, здесь несколько видов рыб, просто с измененными модельками. Кэтфиш и вот эта удлиненная рыба, типа столбик, да, скорее всего. Это две рыбы. Вот эта рыба, я не знаю, что это, поэтому мы ее отпускаем. Во, мне наконец-то пришел фреш куб. Become a part of me. Давайте съедим его. О,
море не изменилось. Но мы все равно тонем. Понимаете? То есть оно просто меняет. Получается, тот жук, он создает дождь. Он, когда херово какую-то рыбу ест, он скалит зубы. Так он сейчас просто тонет. То есть, с одной, видите, стороны здесь ничего такого не изменили. Да, выкинуть и все. Я просто в воду плыву. Ничего не меняется. То есть, после получения данной рыбы мы просто тонем. Почему-то. Ну все, в принципе, думаю, на этом можно заканчивать. Да, новые рыбы, я не знаю, ну, я могу попробовать еще несколько там минут поиграть, посмотреть, может кто-то будет какая-то и другая рыба здесь, измененная рыба. То есть здесь есть рыба, у которой что во рту, черная херня, как паук или что типа того. А другая рыба, у которой типа червячки вылазят, то как раз это она. И все. И мясной куб. Больше изменен. А, и рыба без глаз. Ну да, и все, больше там ничего такого не было. А, точно, и рыба без головы. Слушайте, может все-таки здесь уже все? Типа я всех рыб посмотрел. Да, в принципе, короче, я уже жду фиг знает сколько, и новой рыбы нету. Падала 3 раза подряд рыба, которую можно съесть. Ну, именно имеется в виду летающая, да? Да, и все. Как вы видите, что вот дождь пошел, то, что я ее съел. То есть игра очень короткая, не знаю для чего, для кого она вообще создана. Может, типа это, знаете, чисто для опыта. Как-то так. Ладненько, давайте еще одну рыбу ждем и заканчиваем. Ну да. Гулф. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.